Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и в сегодняшнем видео хочу похвастаться очередным подарочком, который ко мне прилетел. Спасибо большое за поддержку канала в его развитии и за то, что даете ему пищу для роста. Огромное спасибо! И, кстати, Антони, привет тебе огромный еще раз, отдельно от нашей с тобой переписки. Прости меня, пожалуйста, что я исковеркал твой ник и всегда называл тебя Антонио. Ну, я был неправ. Извини, дорогой. Антони, спасибо тебе большое за то, что прислал подарочек. Давайте распакуем, посмотрим, что там. И я уверен, что там что-то очень клевое. Ну, просто потому, что подарки не бывают плохими. Контейнер «Случайная восьмерка». Интересно, интересно. То есть получается, ребят, что там точно будет восьмерка. Случайная, но восьмерка. Я в это верю. Сейчас посмотрим, какие компенсации за что здесь есть. Для того, чтобы понимать, что мы имеем. Здесь у нас только премиумные тачки. И я так понимаю, что, понятное дело, компенс будет, я бы сказал, исключительно в... серебрем. В случае, если машина какая-то выпадет, сейчас разберемся с этим всем делом. Ну что, открываем? Открываем. Открываем контейнер. Что нам выпадает? Ну, давай. Давай что-нибудь классное. СТГ. СТГ выпал. СТГ у меня в коллекции был. Теперь давайте посмотрим, что мы имеем в виде компенсации в случае получения СТГ-шечки. И у нас есть вот контейнер еще девятый. Случайная девятка. Так, с СТГ... А, там же все, я понял. Там идет компенсация, ребят, в виде контейнера следующего уровня. То есть, если восьмерка, которая вам выпала в данном случае у меня, у вас в коллекции есть, то, соответственно, вы получаете компенсацию в виде контейнера случайной девятки. Ну, по-моему, неплохо. Давайте еще откроем случайную девятку. Так, глядишь, до десятки сейчас дойдем. А вообще, ребят, я очень сильно хотел бы, чтобы мне выпала девятка. Да, вот при всей моей нелюбви к девяткам, я очень хочу себе девяточку. Очень она мне нужна. Ну что, открываем. Я говорю сейчас не про ВЗ 114, я хотел бы себе объекта 752. Так, открываем. Открываем. Ну, давай. Давай что-нибудь, чего у меня нет. Только не КПЗ-70, пожалуйста. Или КПЗ-70, чтобы до десятки дойти. Но... опаньки, АМХ-30, первый прототип. Вот так вот, ребят, коллекция пополнена, все просто супер. Антони, огромное тебе спасибо. Я сейчас, ребят, благодаря Антони пополнил свою коллекцию тачек. Я получил себе великолепнейшую девяточку. Да, пускай не самую крутую в этой игре, но АМХ-30, первый прототип, мне лично нравится. В общем, огромное спасибо. Если вы хотите повторить подвиг Антони, обязательно отправляйте подарочки на мой основной аккаунт. Два нижних подчеркивания, GSN, два нижних подчеркивания. Правильное написание моего никнейма можете найти в описании к данному видосу. И поверьте мне, по поводу каждого подарка будет заснято отдельное видео. Спасибо большое за поддержку. Побежал снимать дальше обзоры на те тачки, которые сейчас продаются на Черную Пятницу. Делаю коротенькие обзорчики на каждую из этих машин, для того, чтобы вы понимали, чего каждая из них стоит, ну и, соответственно, стоит ли на них тратить голду. Мира вам, друзья, и обязательно спокойствия. Антони, жму руку. Пока-пока.